Всем привет! С вами первый автор «Октябрьская железная дорога». Не знаю, слышно меня или нет, но время уже час ночи. Я не знаю, почему записываю это видео. В общем, оно будет нестандартное для нашего канала совместно с Railways of Russia. Вот. В этом видео я задам вам несколько вопросов, поотвечаю на ваши комментарии и прочитаю новости, которые будут на канале. Теперь мои видео будут иметь график. Не строгие, но все же будут. Видео будет выходить в понедельник, примерно в 11:10. Потом в четверг, примерно в 19:10. Вот, в пятницу, субботу и воскресенье. Дальше. Как я ездил на БМО? Ну, знаете, я даже сам не знаю. Я могу собраться за час, а могу гулять, снимать на станции и потом... О, поеду на БМО. Летом график будет свободный. Снимаю я всегда в Ультра HD 60 кадров в секунду. Дальше. Рубрика «Художественная съемка». Знаете, такие фильмы, где фокусируются на ветку, и там сзади что-нибудь едет или кто-то идет. Вот, нужна ли вам такая рубрика или нет? Дальше. Слоумо. Супер замедленная съемка. У меня Galaxy S9 Plus, я вам это уже говорил. Я спрашивал вас, снимать мне эту съемку или нет. Вы мне так ничего и не ответили. Дальше. На экране вы видите статистику, сколько всего вы набрали за месяц. А именно, 1431 минута и 2364 просмотра. Теперь я поотвечаю на ваши комментарии. Так. Ой, не туда зашел. Блин, а где комментарии? Вот. Значит. Ну, во-первых, что бы я вас хотел попросить. Вот, например, Артемий РЖД-7. Надеюсь, я прочитал правильно. Как бы тебе сказать, можно немного по разнообразии комментарий, то есть не только лайк там или что-то еще. Дальше. Бывший ЭК-поезд ЭТ-2М-095. Кто не знает, как расшифровывается ЭТ-2М, она расшифровывается так. Электропоезд Торжок, второй тип, модернизированный. И тут комментарий, почему бывший? Ну, что мне надо было ответить? Я ответил, потому что сейчас уже не ЭК-поезд. Она была лишена этого статуса. Дальше. Измерительная лаборатория электровоз ВЛ-11М. ИД-4М Рекс пишет. Красавчик. Что я тебе скажу? Ты живешь в Сочи и ты видишь 2С4К. Только 2С4К. Я тебя понимаю, они тебе достали, но... Все же не надо их обсирать. Это такой мощный все-таки электровоз. Дальше. Смотрим еще, что у нас есть. Электропоезд ЭД-4М-0405 Рекс. Рейс там Москва, Ярославская вроде, или как там оно написано. Я уже не помню. Ладно. И Артемий РЖД-7 опять пишет. Ты что, из Клина на Ярославку туда едешь? Как бы сказать, мои видео от Railways of Russia отличаются... очень большим качеством. У него 1080, у меня 2160 P60. Вот. Ну и вроде, по-моему, все. А, DR1B 014 дизель поезд. Ну, как я могу сказать? У нас вот этот вот дизель поезд, он принадлежит начальнику Октябрьской ЖД. И он время от времени ездит на этом дизель-поезде. Ну и, в принципе, все. Больше нет ни комментариев, ни... ничего. Так, не надо, никому он будет. Я уже всем ответил. Панель управления. Ну и, если кому интересно, вот статистика канала. Время просмотра в минутах. Просмотры и остальное.
Так, здесь один комментарий, я его не видел. Сейчас посмотрим, что это такое. Да не то. А, это лайк. Артемий РЖД опять пишет. Еще раз хотел бы тебя попросить. Чуть поразнообразнее комментарии пишу, а то как-то уже надоело смотреть на один и те же комментарии. Лайк, лайк, лайк. Ну а на этом мы закончим. Всем спасибо, всем пока.